Привет вам. Ну вот сегодня 13 марта, а тут, понимаешь ли, весной не пахнет. Коньки тут стоят на Москве-реке. Мы пришли на наш пляж левобережный. Тут все еще подо льдом Москва-река. Тут интересные инсталляции новогодние еще вот стоят. Всякие хот-доги тут еще понастроили. Спортивная площадка тут на месте. Тут пляжный волейбол вот летом организуют. Танюшка уже куда-то пошла раков ловить. Говорит, подо льдом мальчишки их ловили. Вон красная моя куртеха. Ну-ка давай посмотрим, что тут происходит. Ух ты, ничего себе, тут пляж-то какой. Круто. Привет. Да Чунь, ты что, замерз? Нет, промок просто. Что-то видео не останавливается. Что происходит?